stop you bleeding. But nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Like a lie, say I like it like. Ребята, всем привет! С вами снова я, Диана. И поскольку мне не было на канале сколько? 2 года. 2 года, то я возвращаюсь снова к вам. Тут. Надо что-нибудь ставить. Типа на дискотеке. Тут. Это лягуха танцует лучше, чем я. Офигеть, уже прошло 2 года. Полгода, плохая погода. Ну ладно, в общем. И недавно я пересматривала свои старые видео. Ребята, всем привет! С вами снова я, Диана. Я решила вернуться на YouTube-канал, да-да. Вы спросите, почему я его забросила? Так вот, у меня не было никаких идей, у меня не было нормальной камеры, никакого вдохновения, в принципе, в моей жизни не происходило ничего интересного. На канале меня не было сколько? 2 года. 2 года. Офигеть, уже 2 года, как быстро летит время. И почему я решила снова вернуться на YouTube-канал? Во-первых, у меня появилась нормальная камера, как вы видите. Я могу нормально обрабатывать видео. Мне не приходится постоянно очищать свою память или, там, не знаю, удалять мои фотографии, удалять всякие приложения. Теперь я смогу спокойно снимать, обрабатывать и выкладывать эти видео. Вчера был у меня день рождения. Мне исполнилось 18 лет. Да, совершеннолетие у меня. Вчера я не праздновала день рождения, потому что у меня был вступительный экзамен, и я вышла где-то 6:30, и я бы не успела привести себя в порядок, накраситься, искупаться там, и прийти вовремя на день рождения, поэтому я решила провести его сегодня. А сейчас я жду своего парня, мы должны будем поехать, взять мне тортик, и поэтому я беру вас с собой. Поехали! А еще мы поговорим с вами душевно после моего дня рождения. Расскажу, что у меня произошло нового. А пока мой парень приехал и ждет меня. В общем, мы взяли тортик. Покажу вам к вечеру его. Сейчас я без макияжа, и в 4:30 мне нужно быть в салоне, мне сделать прическу и макияж. Сейчас покажу наподобие, чего я хочу. В общем, мы уже собрались, и я, как всегда, опаздываю. Hello! В общем, мы на месте. Как всегда, я опоздала, но мои девочки меня уже тут ждали. Красоточки мои! Счастья, здоровья, успеха, долгих лет жизни.
случится халяв. В случае этого снаряда композиция от имени всех простых и близких. Ребят, всем доброго утра. Время на часах 12, я только проснулась. Настроение у меня не вау, конечно, потому что вчера вышли поступительные баллы, точнее, вступительные баллы, и мой балл 80. Думаю, это неплохо, поскольку я не готовилась по истории. Буду ждать 21 числа. 21 числа должен выйти точный ответ, поступила я или нет, так что будем ждать. По поводу вчерашнего вечера. Вечер прошел очень хорошо, мы танцевали, смеялись, веселились. В общем, было все просто супер, мы посидели очень дружно, хорошо. Мне подарили очень много классных подарков. Как всегда, моя лягушка Лу. Ну, такая классная, мягкая, мне с ней так хорошо. Называется, девочке исполнилось 18 лет. Ребят, большое всем спасибо. Всем спасибо за поздравления, за подарочки. Я читала каждое поздравление, и все, кто отмечал меня в своих сторис, я тоже видела. Спасибо вам большое. Ребята, я надеюсь, вы рады меня видеть снова на YouTube-канале, потому что я рада себя видеть на YouTube-канале. Я думаю, вы будете все меня смотреть, так что подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и ждите новые видео. Всем пока-пока!